Из солнечного Крымска в солнечный, но прохладный Барнаул. Футболисты «Динамо» завершили каникулы сборами в Краснодарском крае. На сборах были проведены у нас ряд товарищеских игр контрольных. В принципе, то, что планировали, было все выполнено. Конечно, вас, наверное, больше всех интересует игра с Краснодаром. Футбольный клуб «Краснодар» идет на 7-м месте в главном чемпионате страны, так что совместная игра вызывала интерес не только у болельщиков, но и у самих игроков. Наша команда узнала о матче за 2 дня. Особой подготовки не было. Игра вышла тяжелой, бело-голубые проиграли «БКам» 3-0. Но если посмотреть по-другому, «Динамовцы» играли с клубом премьер-лиги. Это топ! Очень информативно и интересно. Что даже, скажем так, с таким соперником Краснодар у нас местами были неплохие, скажем так, кусочки. Небольшие, но были. С Краснодаром, ну, очень, так сказать, не то что сильный соперник, но не для нашего уровня, так скажу. Да, интересно, безумно. Думали, во втором тайме хоть нам дадут почувствовать, но особо не дали ничего почувствовать. Ну, я вот с Кордобой играл весь матч. Ну, топ уровень. Ну, Кади, Кайо, центральный защитник. Ну, короче, кто нам создавал и забивал, те понравились очень сильно. За зимнюю паузу клуб поработал и над трансферами. Команду пополнили 3 новичка. Полузащитник Владимир Баныкин, защитники Руслан Леонов и Александр Михайлов. Все родом из Алтайского края. Последний в детстве переехал в Москву, играл в Чертаново и выступал за сборную России с 14 до 19 лет. Хороший опыт приобрел. За границей много поиграли. Например? Вот. Да много где, во Франции, в Германии много раз играли. Сейчас Александр восстанавливается после травмы и готов защищать цвета «Динамо». Ближайший матч наша команда проведет 19 апреля в гостях против чувашского химика «Августа». Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.